согнули немножко назад, раз, как дзинку цугать, правую мышку вперед поставили, левой поворачиваемся, вот таким вот образом, да, вперед мы смотрим, то есть мы отходим стойку, либо дайте, делаем блок, раз, сделали, над коленом ручка, как дзинку цугать, два кулачка, ич, и тут же удар на один счет, поворачиваем, перешли, и подать мышкой, а также прямо стояла. Вперед мы двигаемся, мы противника двигаем сейчас. И стоим туда же. И нанесли второй удар. То есть тело вперед у нас стоит. Кулачок здесь, то есть ручки не здесь, а вот так вот. Скручено. Теперь понимаете, для чего скручивание мы делаем под растяжечкой, да? И таких моментов будет очень много. Сочетать H, а раз, полукругом сделали, нанесли удар. Ич, переходим второй раз санчин, два раза санчин дайте. Ич, повернули. Все чудо на удары делается. Шажок вперед сделали, дзинку цугайте. Стопа, показательное выступление вкладывайте. Так, отжимаем. Пониже сделали, поставили. Замах. Раз, стоечку снизу выпрямили, стопы. Сделали блок над коленом. И сразу же удар. Это все делается на один счет. Ич, раз, перевернулись, мышку вперед переместили. При переходе более быстро мы не заваливаемся. Мы просто сейчас делаем помедленнее, чтобы вы понимали. Вот это шика дальше. У нас очень внутри не должно стоять. Это потом как бы. Но пяточки не-не-не-не. Смотри, стопы по вперед стоят. И нанесли удар. Ич, переход, удар. И удар. Ич, поворотик, дзинку цугайте. И можно будет сделать, сейчас будет надел. Вот мы назад отойдем, еще раз наблюдайте. Ос. Ич, назад отошли. Ос. Ос. Не, перешли. Ос. Сам перешли. Ос. Си. Ос. Гю. Ос. Ос, ни, ос, са, ос, си.